Любовь к детдомовцам за деньги. Опекаемого сироту опекун выгнал в подъезд. Ты все так до сих пор здесь и живешь? Да. Вторую неделю. Вот она с них имеет, наверное. Мани-мани. Она просто этим живет. Сейчас у нее еще какой-то там человек живет. Подбираешь больных людей, и этим ты наживаешься. Я тебе лично башку оторву, поняла? Как становятся профессиональными опекунами и сколько они зарабатывают на детях, об этом и не только. Сегодня ровно в 7 вечера.